Всем привет! Друзья, нас 20 тысяч, нас 20 тысяч подписчиков, поэтому я хочу поблагодарить всех своих зрителей, сказать спасибо за то, что вы являетесь активными участниками моего канала. Спасибо всем тем, кто смотрит, кто комментирует, лайкает и дизлайкает видео. Спасибо тем людям, которые делятся, репостят видео в социальных сетях. Это помогает продвижению канала. За это вам большое спасибо. Я считаю, что мой канал является не худшим каналом на украинском YouTube, потому что этот канал создан для вас, чтобы показывать все, что происходит в украинском и не только украинском пчеловодстве. На моем канале вы можете увидеть много полезной информации. Это и работа с пчелами, это какие-то секреты, это поездки по другим пасекам, это выставки, конференции, ярмарки, это съезды. И встречи с другими пчеловодами, интервью. И даже есть, так сказать, реклама, которую многие из вас не любят. Но это реклама, которая направлена не для того, чтобы заработать деньги, а для того, чтобы донести вам информацию, что где-то что-то кто-то да и производит для нас пчеловода. Поэтому не берите дурного в голову, как говорится, и не обижайтесь то, что для вас же показывается. Хочу сказать спасибо за то, что вы есть на моем канале. Друзья, и пока есть такая возможность, хочу затронуть такую тему, как комментарии. Хочу сказать спасибо, что комментируете, но хочу ответить на некоторые комментарии, потому что некоторые люди говорят о некоммуникабельности с моей стороны. Все дело в том, что нас очень много и много комментариев в YouTube. Много комментариев, много вопросов в социальных сетях. Много звонков я получаю ежедневно. Поэтому физически я не могу обработать все комментарии. Есть у меня время? Я отвечаю. Нету, извините. У меня есть семья, дети, у меня есть работа, поэтому у меня должно быть время на них. Очень много времени уходит для того, чтобы каждому уделить, ответить на комментарии, ответить на сообщения в социальных сетях, в мессенджерах. Их очень много, поверьте. Поэтому на те комментарии, которые я не ответил, не обижайтесь. Я их мог или пропустить, или просто не увидеть, или банально нету времени. Это то, что касается комментариев. Ну и то, что касается модераторства этих комментариев. Я, возможно, даже невозможно, а специально не удаляю те или иные комментарии. Я вообще не удаляю комментарии у себя на канале. Все лишь потому, что, во-первых, мне некогда модерировать, а во-вторых, я не хочу их удалять. Пускай, если человек пишет там мат или какую-то гадость, это будет на его совести. Пускай все люди видят, кто чем дышит. Так, как говорится, чтобы вся дурь была видна всем. Вот и все. Если человек разумный, он гадости, маты не будет писать. Если у него недостаток ума, или просто у него какая-то зависть, или просто у него какие-то обиды, это на него, на его совести. Поэтому комментарии я не удаляю, какими бы они ни были. Много комментариев попадают в спам, потому что люди выставляют какие-то ссылки. Снова же таки, я их не проверяю. Поэтому все на вашей совести по поводу комментариев. Ну, кому не отвечаю, не обижайтесь. Потому что работы много, особенно с весны до осени. Я не могу уделить время, сидя в YouTube. YouTube создан для того, чтобы просто показывать ту или иную информацию. Не для заработка денег. Хотя и заработок денег тоже присутствует. А это не есть секрет. Мой канал монетизирован. Показывается реклама, так что не обижайтесь на рекламу, потому что реклама нас способствует заработать деньги на тот же штатив, на тот же микрофон, который у меня есть, чтобы улучшить качество картинки и звука специально для вас. Вот и все. Все, всем большое спасибо. Смотрите, кто не подписался, подписывайтесь, комментируйте, лайкайте и даже дизлайкайте. Это показывает, где хорошее видео, где хорошее. Тем не менее, спасибо вам всем большое. Для вас я дальше буду снимать видео, так что следите за каналом и до новых встреч. Все, всем хорошей, удачной зимовки. С вами был Иван Фабро. Всем желаю удачи. Пока.